Хочу подякувати всім підписникам каналу «Військовий екстрасенс» та особисто Івану Дригову, що долучилися до збору. Завдяки цьому нам вдалося зібрати частину коштів, але, на жаль, не вся та сума, яку нам потрібна. Тому прошу, будь ласка, небайдужих трошки пришвидшити, допомогти нам у зборі для ремонту нашої машини, нашого залізного автомобіля. Ти блогер? Похож. У меня настолько плохая камера, что навряд ли я блогер. Я думал, знаешь, может у меня плохая связь, поэтому вижу, что такая камера плоховата. Нет, она действительно такая. Ну, я записываю, поэтому если не хочешь, можешь не сидеть. А что записываешь? Наш с тобой разговор. Я понимаю, а для чего цель? Цель выставляю, люди смотрят. Политическая или... Да. Я понял. О чем хочешь поговорить? То есть ты не против, да, что я тебя потом выставлю? А, знаешь, даже если ты меня выставишь, ну... А как, типа, я подам в суд и тебя что, штрафуют? Ну, русские блогеры так делают. Но даже если они так делают, допустим, по отношению к украинским гражданам, я не думаю, что украинские граждане за это штрафуют. Знаешь такого Петя Первый? У вас там такой есть блогер. Слушай, сейчас... Что-то знакомое, сейчас посмотрю и тебе скажу. Петя Первый? Да. Нет, он мне не знаком. Сколько он подписчиков на YouTube у него? 40 тысяч. Это мало, мне кажется. 400 тысяч мало? А, 400 тысяч. Мне показалось, ты сказал 14 тысяч. 400 тысяч. Ну, 400 достаточно внушительно. Вот, мы с ним пообщались, он слился, я выставил его, а потом от него прилетела жалоба, и мне пришлось... А, на Ютубе. Мне пришлось удалить видео на Ютубе, потому что он подал сам лично, фоткал себя, отсылал Ютубу, то есть это целая процедура, чтобы меня, ну, там, забанить видео наше. Ну, да, но это нарушение авторских прав, верно. Ты таким не занимаешься? А зачем? Я же не блогер. Я не знаю. Ну, не считаю нужным Ютуба отсылать, даже если до этого дойдет, не считаю нужным. Как ты видишь... Ну, типа, пока... Ну, у нас неплохой разговор. Как ты видишь вообще вот то, что происходит между Россией и Украиной? Тяжело, тяжело. Как-то описать, знаешь почему? Потому что всех... закулисных разговоров я не могу знать, поэтому судить правильно я не могу в полной мере. Нет, так правильно судить, ну, наверное, никто не может. Мы можем только, ну, только свое мнение можем выставлять. Все верно, свое мнение. Но оно может быть неправильным из-за того, что мы не знаем закулисных разговоров. И могут правильно составлять это мнение только те люди, которые в этих закулисных разговорах участвуют. Но мне, честно говоря, важно твое мнение, потому что вы с нами соседи. Понимаешь? И нам, как бы там ни сложилось дальше, нам нужно с вами дальше как-нибудь тут на этой планете жить. В любом случае, да. В любом случае. В любом случае. Да. А, и вот, во-первых, Иван меня зовут. Очень приятно. А тебя как? Максим. Максим. Смотри, и во-первых, во-вторых, вы же эту войну развязали, понимаешь? Вы же идете теми же следами, что протоптал когда-то Адольф, художник. Понимаешь, вы полностью повторяете их концепцию. Ну, я так понимаю, что ты правильно делаешь, как мы до этого с тобой обсудили, ты выражаешь только свое мнение. Но мы можем это мнение обсудить, и ты увидишь, что так и есть. Ну, я не могу... Ну, мы можем с тобой, точнее, его обсудить, и я не смогу с тобой согласиться в том, что оно так и есть, потому что ни ты, ни я не знаем закулисных разговоров. Ну, так мы не знаем закулисных разговоров и Третьего Рейха. Все верно, да. Поэтому мы можем обсуждать... Мы вместе с тобой не можем утверждать, а обсуждать можем. Да, ну элементарное понятие можем обсудить. Например, захват чужой территории. Это же противозаконно? Это оккупация называется? Я не силен в понятиях.
Оккупация не знает, что означает. Честно, нет. Я это вооруженный захват чужой территории. Вооруженный захват чужой территории. То, как вы это сделали, например, вот в тех областях восточных. Там поставили свой флаг и теперь оккупировали, провели там фейковые референдумы. То же, да. Что делал Гитлер в свое время. Абсолютно одна и та же история. Слушай, а тогда давай так придем к тому, что, типа, допустим, ну, я просто для обсуждения, ну, там якобы провели референдумы, и там местные жители, как я, ты, согласились, типа, быть в Российской Федерации. Как к этому тогда относиться? Те, кто хочет жить с Российской Федерацией, у них mm-hmm. есть хорошая очень формула. Собрал свои вещи все, mm-hmm. пошел на вокзал, например, в Донецке, mm-hmm. поезд Донецк-Москва. Из Москвы можно поехать в Сибирь там осваивать, куда угодно. Не надо с собой перевозить территорию в Россию, понимаешь, потому что это уже незаконно. Но, закон, ладно, но законно, законно будет, если ты хочешь жить в русском мире, тебе нравятся традиции, нравится язык, нравится мышление, нравится быт, нравится зарплата, экономика, политика, пожалуйста, сел, ладно. Поехал и живи. Я согласен с тобой, действительно согласен. А если все это большинство, да, которое проживает на этой территории, ну... То есть они являются этносом этой территории, правильно же? Украина, украинского народа. Ну вот, кто проживал на тех территориях, которые ты мне пытаешься объяснить. Украинский народ, вот ты это... имеешь в виду, правильно, этнос? Ну там, я думаю, в Украине же не только Украины, только украинские люди проживают, там же есть и американцы. Но мы говорим и... о этносе, ты же имеешь в виду украинский этнос, ну тогда уточни, какой ты имеешь в виду этнос. Ну смотри, в Донецке же живут не только украинцы, но живут разные народности. Ты говоришь о гражданах России или о гражданах Украины или о этносе, о народности? О чем ты говоришь? Я говорю об этносе. Этнос, народ украинский. Но почему ты считаешь, что там только народ украинский? Нет, ты говоришь, я говорю о этносе. Я тебе говорю, а я у тебя спрашиваю. А этнос – это же народ, это и есть народ. Ну, то есть это да, синоним. Ну, а народ может, понимаешь, как у нас, допустим, в России много украинских людей, допустим, они заселят, допустим, возьмем, заселят Ростов, Белгород и так далее. Вот весь этот народ считает, типа, блин, ну мы, так как мы большинство на этой территории, почему мы не можем отделиться? В смысле отделиться? Ты можешь уехать в Россию. А зачем уезжать, когда я могу отделиться? Так есть же для этого закон. Да, ты имеешь право отделиться, но по закону. Но ты же понимаешь, что не всегда действует закон. Ну, как типа, не всегда. Даже. Ну, смотри, даже. Ну потому что даже вот сейчас происходит этот конфликт, и что со стороны России, что со стороны украинской стороны, даже в любом другом, ну, я имею в виду даже не про этнос, там коррупция существует, существует где-то еще какой-то другой закон, который покрывается определенными людьми в связи со своей. Должностью, ну, в общем, положением в статусе, я бы так сказал, наверное, в статусе, который он имеет. И везде он нарушается, этот закон. И не всегда он приводит к справедливости, наверное, так. Вот, всегда что-то укрывается где-то и тому подобное. Поэтому и его никогда, в принципе, наверное, не существовало, я считаю, не только в России, а во всем мире всегда существовали эти войны, всегда нарушалось что-то другое, но иногда это нарушалось в угоду, наверное, каких-то своих личных амбиций, именно которые, у которых людей стояли у власти, вот, а иногда это приходит к тому, что... Наверное, какие-то из соображений безопасности, возможно. Какие-то еще есть причины, я уверен, для того, чтобы прибегать к незаконным действиям. Максим, это же и называется цивилизация и антицивилизация. Да? В цивилизованном мире принято все действовать по закону. Как минимум к этому идти. Ну, подожди секундочку. Да. Вот я же тебя не прибыл ни разу. Да, слушаю вас. Я тоже был очень удивлен, когда впервые приехал в Европу. Я был очень удивлен правилам дорожного движения.
это для меня было минимум, минимально, потому что я приехал на машине. Если бы это было в Украине, я бы давно... Вот была пробка большая, да, в одну сторону, а вот на встречке было пусто. Но была линия, которую нельзя переезжать вот в Польше, да. И люди все сплошная. Сплошная. Люди стоят все в один ряд. Никто не... Я бы в Украине ментально, ну, ментально, знаешь, еще Советский Союз, я бы уже нарушил бы и поехал себе, слушай, пустая трасса, встречки никого нет, вообще никого нет, пусто. Побочечник. Да, но там все стоят, я не нарушил. Мы все стояли и ждали. Потом, приехав в Голландию, я увидел, как там корректно относятся к велосипедистам, как там друг друга уважают, соблюдают правила. Если написано 40, так ты тянешься колбасой 40. Если я приехал, смотри, в Данию приехал, да, в Дании, я не смог проехать зайцем в электричке, потому что есть закон. Меня штрафовали на 50 евро. Хотя билетик стоил 5 евро. После этого я только покупал билетик. Вот как у меня менялась ментальность в моей молодости, понимаешь? Я потом пришел к тому, что реально жить по закону. Ну, как минимум стараться его соблюдать. Это не тяжело. Ладно, у меня к тебе вопрос тогда, Иван. Извини, что тебя перебиваю. Я твою мысль понял. Но смотри, допустим, в Украине проституция запрещена, а в Нидерландах разрешена. Там есть специальная красная улица, где ты можешь прийти к девушкам низкого социального строя, это так, заплатить, и тебе ничего не будет. Но в Украине же это запрещено тоже. Да. Получается, приехав в Нидерланды, ты нарушаешь закон, который запрещен у тебя у вас на Украине. Не на АВ. Давай так, да, даже так. Так. Вот. Поэтому, понимаешь, везде законы разные, и пишут их те люди, которым удобно как. Вот будь, знаешь, допустим, будь я у себя в стране президентом в России. Вот представь, что я президент и разговариваю с президентом. Блин, я бы тоже проституцию разрешил. Я понял. Максим, смотри, но есть же... Но она же запрещена, понимаешь? Но есть законы международные, и есть основной закон Конституции. Кто устанавливал международные законы? Давай придем к этому. Ну, как минимум, Организация Объединенных Наций. Так, в эту Организацию Объединенных Наций входят все страны мира. Ну, практически все, да. Нет, да. Значит, установлено для определенных государств. То есть те, которые в нее не входят, уже считаются то, что ну, нет общих понятий, правил, ну, законов и так далее. Те, кто с ними согласились... Правило большинства работает, как в демократическом мире. А, подожди, а кто придумал демократический мир? Америка. О! В Америке Америка придумала демократический мир. Придумал же человек, правильно? И этот демократический мир придумал человек, которому было удобно жить так, как ему удобно. Нет, Максим, чуть-чуть не так. Я тебя перебью, извини. Подожди. Чуть-чуть не так. Не придумал один человек. Я не досказал мысль. Не один человек придумал, ты ошибаешься. Я понял, не один мысль, да. Послушай дальше, я как раз к этому и вел. Послушай. Вот, одному человеку пришла мысль о демократическом мире, как мне пришла сейчас Нет, в России. Это не так. Послушай, пожалуйста. Как мне в России сейчас пришло понимание того, что в России нужно согласиться с проституцией. Допустим, на официальном уровне ее узаконодатить. Вот. Узаконить, да. Спасибо за то, что поправил. Узаконить ее. Я такой пришел, эту мысль выложил определенному количеству человек, и некоторые люди со мной согласились. Мы пришли в Госдуму, такие сказали, вот, круто бы, вот у нас есть такое предложение. Все, это приняли. Потому что большинство, которым я рассказал эту мысль, согласились, потому что они считают ее нормальной. Да. Так. Но, понимаешь, не все мысли же, которые приходят людям, они являются нормальными. И так. Те, кто с ними соглашаются, тоже не гарантируют того, что это все нормально. Ну и не все ты люди... Согласен? Ладно, ты согласен с тем, что где-то в каких-то странах есть казнь за какие-то определенные нарушения законодательства, там, допустим, за убийство казни или там еще за теракты? Или, допустим, согласен с тем, что существует проституция в законодательстве? Максим, дай мне уже ответить тебе, ну. Слушай. Смотри, дело все в том, что демократия, да, или цивилизация, скажем так, к
на протяжении какого-то большого времени они к этому и шли. Это не делалось за один день. Но как проверить, правильно ли это или плохо это? По уровню жизни. То есть, идя демократическим путем, развитые страны пришли к тому, что именно демократия способствует хорошей жизни, хорошему быту, хорошему развитию, хорошей экономике, росту демографии в стране, приплыв иммигрантов с других стран, работающих на эту страну, там, культура, образование, кинематограф и так далее. Все в этом связано. Если мы берем, к примеру, страну США, почему-то именно туда уезжают российские ученые работать. 12 тысяч – это ваш Росстат. Я им не верю, не верю. Но в год они пишут, что около 12 тысяч ученых, ученого склада ума люди уезжают работать в Америку. Потому что там платят зарплаты хорошие, потому что у них есть над чем работать, туда вкладывают деньги в науку, они изучают космос и так далее. Много докторов наук, которые там обосновались, там, да, вот, астрономы и так далее, они там работают, зарабатывают хорошие деньги. Здесь, в России, они этого не могли найти. Никто из американцев не едет работать в Россию. Говоря никто, я имею в виду, ну, очень маленький процент. Если кто-то и приехал там Аляску изучать, какой Аляска, это же не Россия, какой-то там этот, ну, северный там какой-то полюс, так это там, там 5 человек, 10, 100. У вас 12 тысяч каждый год. Можешь зайти сейчас, проверить мою информацию. Сколько людей уехало, сколько ученых выехало из России в Америку, в Европу. Вот. Бытовая техника, развитие науки, образования, медицины и так далее. Именно в тех странах, где есть демократия. А ты привел в пример мне страны, где есть казнь. Назови мне, пожалуйста, хотя бы одну развитую страну, в которой присутствует казнь. Или такие вот жесткие арабские наказания. Эмираты. Там нету казни. В Арабские Эмираты проверь законодательство. Ну, хорошо, давай, я не буду сейчас... Я тебе поверю. Ну, это страна... Я бы не сказал, что это цивилизованная страна. Это полуцивилизованная. При этом они поддерживают... Арабские Эмираты? Серьезно? Ты там был, да, наверное? Я там был просто. Ну, я там был. Что там не цивилизованно? А, хорошо, что там не цивилизованно. Нет, смотри, скажем так, быт настроен отлично, финансирование отличное, но способ мыслить, да, вот эта вот привязка к религии, такая жесткая к исламу, она со временем придет. То есть 30 лет всего-навсего Эмиратам. За 30 лет бы Россию можно было так построить, что это было бы таких 5 Эмиратов, понимаешь? За те деньги, которые вот ресурсы вы продаете в миру. Не войну развязывать в другой стране, а эти деньги вложить внутрь России. Понимаешь? И сделать бы такие Эмираты. Вот это был бы пример, конечно, для людей. А вот Эмираты за 30 лет из пустыни что сделали? Кстати, с помощью Америки. Ты сам же это знаешь прекрасно. И они одни из стран азиатских, которые поддерживают Америку. Ну что там мало кто поддерживает. В основном все поддерживают террористические какие-то там ИГИЛ и там дальше, вот эту вот Россию, там такие дикие страны. А Эмираты поддерживают Америку, потому что Катар, возьми Катар, к примеру, пожалуйста, маленькое там такое вот образование. С помощью Америки они стали сейчас одна из самых передовых экономических стран по развитию экономики. А как ты это определил? Почему именно благодаря Америке? Можешь привести какие-то... А там у них был военный конфликт. Где, в Эмиратах? Нет, в Эмиратах, я говорю, там, в Катаре. Или ты о Эмиратах говоришь? Я о Эмиратах, ты говоришь, что Эмираты так, стали... Так, смотри, у тебя есть Google перед тобой сейчас? Да, Или да. Или Яндекс? Да. Забей, возьми. Отношение Эмиратов к Америке. Кто помог Эмиратам стать такими, как они есть? Как Америка влияла на Эмираты? Забей, почитай, поинтересуйся, это очень интересно. А если там будет написано другое? Давай, я тебе могу сейчас ссылочку сбросить, если хочешь. Ты, я тебе знаешь, где я тебе могу скинуть ссылочку в интернете, где будет написано обратное. А ну, где настоящее, бог его знает. Давай, посмотри. У них очень тесно. Вот, американо-эмиратские отношения. Википедия, смотри, сразу первый же. Извини, пожалуйста, 3 ноября 2021 года сообщила, что политика, проводимая ОАЭ на Ближнем Востоке и также в Европе, дестабилизирует регион, нарушает международные законы, изводит
на нет попытки демократических перемен. Эмираты также неоднократно пытались незаконно вмешиваться во внутреннюю политику США на самом высоком уровне. Да? Это Википедия пишет. А что ты такого? А что такого нашел там? Ну и что? Этот, ну, так вот, послушай, так как, ну, если США, образно говоря, помогли ОАЭ стать... Слушай, все очень просто. Американо-эмиратские отношения, Википедия, открываешь и читаешь? Я так и от них и открыл, только что я тебе оттуда про это читал. Ну вот, все читай. Кто, как Америка, вложила деньги в добычу нефти, в добычу ресурсов, как они построили им первые нефтяные вот эти базы и так далее. А потом, конечно же, со временем Эмираты им выплачивали за это все. Вот. А ты знаешь, какие условия договоренности в плане развития были? Ты же не знаешь. А ты знаешь? Я тоже не знаю. И я тебе говорю, что ты не знаешь. Мы видим результат. Мы видим результат, Максим. Ну, я с тобой, Вань, в этом не согласен, честно. Я Иван, не Ваня, а Иван. Ой, извини, Иван. Да. Ну, Иван, Ваня, нет? Не Ванька, это русский, Иван, это украинец. Нифига себе. Ну, ладно, буду знать. Ладно, Иван. Хотя до 14-го года, я бы на это внимание не обратил вообще. Понимаешь? Вот видишь, а это уже, наверное, дело не, знаешь, не народное, а, скорее всего, политическое. Возможно. То есть, что ты начал обращать. И помимо политического, ты начал с психологического мешать. То есть, блин, знаете, на мою страну напали, поэтому я больше не Ваня, а Иван. А ты согласен, что напало? Ты согласен, что напало? Я не могу тебе на это ответить, потому что я тебе уже ответил, что я не знаю закулисных разговоров. Может быть, знаешь, если бы я был вот каким-нибудь там помощником нашего главы государства, и я хоть какую-то часть информации знал, почему все это началось, тогда бы, может быть, я тебе и смог ответить, хотя бы как-то частично. Ты можешь прокомментировать? Ты можешь прокомментировать Вторую мировую войну? Кто там прав, кто виноват? Тоже не можешь. Тебе непонятно, кто там на кого напал, кто был какой-то приверженец какого-то насилия. Тут непонятно. Закулисные какие-то сцены там есть, да? Мы этого не знаем. То есть ты не можешь прокомментировать никак. Возможно, даже Гитлер был прав, да? Нет, я сейчас тебе объясню. Знаешь, 39-й год, ты же знаешь, не в 41-м началась только Великая Отечественная, а в 39-м Вторая мировая. Когда началась в 39-м году Вторая мировая, кто воевал? Кто воевал? Тебе вопрос. Ну, ты мне можешь ответить? 39-й год, начало Второй мировой войны. Кто начал в это время воевать? Ну, СССР вместе с Гитлером, с Третьим рейхом напали на Польшу. Так вот, это одно из этого. Так, а потом Третий рейх воевал с СССР? Не вяжется что-то, правильно? Почему? Какие-то закулисные разговоры, видимо, сначала договорились. Все вяжется. Сначала договорились об одном, что-то не пошло не так, и потом все нарушилось. И начал Гитлер воевать с СССР. Если они такие были охеренными друзьями в 39-м, что напали вместе на Польшу, чего же они дальше не начали? Начали. Ну как начали, если потом СССР воевала против Гитлера? Так, смотри, со слов Гитлера, Гитлер начал спасать СССР от евреев. Со слов Сталина, на вас напала Третий рейх, мы должны защищаться. А кто прав, как понять? Согласен с тобой, то, что они, у каждого свое мнение. Но понимаешь, что в 39-м был Сталин у власти, что в 41-м был у власти Сталин. Ничего не могло поменяться. Как и там у немцев. И? К чему ты говоришь это? Я не понимаю. То есть тому, ты можешь как-то продать Гитлера или что? В смысле продать? Мне незачем его продавать. Или Сталина оправдать. Что, оправдать, я имею в виду. Да и я тебе говорю к тому, что высшая политика, она иногда имеет немного другой смысл, несет в нашу обычную мирную жизнь, что мы, знаешь, мы вот обижаемся, ты там обижаешься на Россию, на русских людей, что они там вторглись, это. Мы там вас после этого, возможно, стали, ну, в общем, ненависть друг к другу. Вот. Но все это ведется из-за того, что на высшем уровне ведутся какие-то политические утряки, именно мировые, а даже не государственные, и все это приводит к тому, что происходит у нас сейчас между с вами. И из-за этого, что происходит, больше всего, как знаешь, всегда говорят, всегда страдают люди обычные. Тогда я тебя спрошу, Максим, что же с этим делать? Что с этим делать? Ну, знаешь, честно, я, как я считаю, с этим ничего нельзя поделать. Знаешь, почему?
Потому что всю нашу историю мировую всегда шли войны, всегда были несогласны, всегда были, знаешь, одни ненавидят других, другие ненавидят этих. И всегда это будет, было, есть и будет. И, к сожалению, так, ну, как я думаю, именно мое личное мнение, всегда все это ведет к какой-то эволюции, к чему-то технологическому, к какому-то прорыву. Что холодная война, что там, да, Вторая мировая, создание атомной бомбы, что до этого, знаешь, раньше как копьями воевали, а сейчас воюют совсем другим. И все это ведет к какому-то технологическому прорыву, и, к сожалению, наверное, этого для обычных людей, нас с тобой, не избежать. Это прискорбно признавать то, что вот так происходит, наверное, но, к сожалению, наверное, этого не избежать. Не сейчас, не в прошлом, не в будущем. То есть виновата мировая политика? Виноваты люди, скорее всего. Понятно, что люди. Мировая политика – это тоже люди. Которые участвуют в этой мировой политике, да. А ты знаешь, о ком это идет речь? Ну, наверное, конкретно нет. Но я думаю, наверное, из... Начиная от президентов и людей, которые стоят за ними. То есть ты считаешь, что Путин мог договориться, там, например, да, с политическими лидерами там, какими-то мировыми об этой войне? В том числе, да, можно было договориться. Если, а зачем? Ну, точки интереса. Зачем, скажи, вот Путин договаривается с Байденом о войне, не, зачем? Я не могу... Ну, пофантазирую, слушай. Мне просто интересно, как ты, твоя вот фантазия. Ну, слушай, как минимум, это война всегда это большие деньги. Каким образом стоять? Каким образом? Смотри, вот Путина денег уже выше крыши, у Байдена тоже. Куда выше? На Марс перевозить деньги или куда? Я имею в виду... Вот смотри, они встретились такие и говорят, давай повоюем. Но ты же не знаешь, сколько денег у них... Сейчас, секундочку. Вот, такой, давай, давай повоюем, говорит Байдену Путин. Тут такой, давай. А какая причина? Зачем? А тот, я же, подожди, я не сказал, что именно Путин с Байденом договорились. Там... Хотя, возможно, это и так, может быть, и нет. А какие это деньги, скажи? Вот ты говоришь, это деньги. Как можно там деньги заработать? Продажа оружия. Так его надо сначала изготовить, чтобы продавать. Кому продавать, если ты сам воюешь? Да, себе же, другим странам. Не понял, как себе? Да, блин, черный рынок всегда, Иван, как, на черном рынке продают оружие для ваших, для армии российской, или что? Старлинг, украинский старлинг как-то уже у нас продается. Украинский старлинг? А что он украинский? Прошу прощения, американский старлинг. Так, а там у вас неплохие отношения с этим, кто придумал этот старлинг? Да, и все верно. Ну, я не знаю, какие там отношения, но это Америка, это госкорпорация под властью Америки. Так, и что? Продается же. Ну, значит, как-то договорились. Я не понял, я тебя с другой спрашиваю. Потому что, значит, как можно зарабатывать деньги? Вот Путин, да, у него уже есть все. Все, он уже нажился, у него ему уже скоро помирать. И он решил на старости повоевать. Ну, слушай, ну, ладно, тогда, ну, по такой же логике, а зачем ему воевать, если уже у него все есть? Чисто как развлечение, я не думаю. Я тебе скажу. Потому что у него в жизни уже было все. А войны не было. А большой войны, такой крупной, как он же... А чеченской нет. Он же большой, я имею в виду. Он же бредит империализмом, понимаешь? Он бредит этими заслугами, там, Петр Первый, такой, знаешь, Сталин, Путин. Он хочет войти в историю. Он считает, что если он умрет, он будет, как душа, я буду сверху смотреть на это все и говорит... А, это мое все. Ну, ты же так только вот, понимаешь, думаешь, понимаешь, ты же не знаешь, что он думает. По-другому. Он просто не воевал никогда так по-крупному. Он ядерку не использовал. А ему-то все хочется увидеть своими глазами. Блин, ну послушай, все. Больше нет причин для войны. В Чеченской погибло пока что на данный момент больше, чем за наш с вами конфликт Украины-России. Как погибло ты считал их или что? Но пока что в общественных данных, тоже в Википедии... А что вам говорят о погибших? Как понять, что говорят? Что вам говорят в ваши средства массовой информации о погибших в Украине солдатах? Ты имеешь в виду телевизионные или какие? Ну где ты берешь? Я не знаю, какой я тебе источник? Беру интернет. Ну сколько там вам говорят? В первой чеченской? Нет, в Украине сейчас. Я думаю, пока что таких данных нет. Вот, как ты говоришь, официально. Почему ты говоришь, что чеченской больше погибло, чем сейчас в Украине? Ну, потому что там погибло больше миллиона. Ну, да, согласен тогда. Я с тобой тут больше поправлюсь. Миллиона всех вместе или чеченских? Всех вместе. Всех вместе? Да. А сколько была армия Чечни?
человек? Официальных данных у меня нет. Ну, забей в гугле, посмотри. А ну, посмотри, да, посмотри. Чеченская. Первое, сейчас. Напиши число погибших в Чеченской войне, все. Сейчас. Моменту. Так. Общие людские потери более 2 миллионов 300 тысяч человек. Это учитывая гражданских. У меня вот по данным Союза комитета солдатских матерей, в первой было, погибло 14 тысяч. Ну это военнослужащих имеется в виду. Я имею в виду общие, общие людские потери. 80 тысяч. 80 тысяч общие людские? Ну так пишет, в Википедии пишет, не знаю. Это в первой войне, в первой чеченской. Людские или война, именно военные? Военные 14 тысяч, а всех... Общелюдские 80? Получается так. Ты сам в это веришь? По оценкам источников чеченских сепаратистов, потери федеральных сил в Первой чеченской войне составили 80. Но всех вместе, я же говорю. Но всех вместе, но мы же говорим о всех... Мы же говорим о всех вместе. То есть чеченские солдаты – это одно, а все вместе солдаты – чеченские плюс российские, это плюс, федеральные, плюс гражданские. Федеральные – это государственные. Ты меня услышал? Говорю... Мы считаем с тобой сейчас не только чеченских, а всех вместе. Мирных, чеченских и российских, федеральных имеется в виду. В первой было 80, в первой было, погибло 80 тысяч. Так. А во второй я не знаю, надо сказать. Могу посмотреть. А людские потери? Нет, ты посмотри, пожалуйста, людские потери. Так, подожди, ты же назвал миллион. Что такое миллион? 2 миллиона 300 тысяч человек. Это общие людские потери, гражданские, то есть обычные мирные жители, которые живут. А ты мне 2 говоришь, миллиона ты... погибло в чеченской войне? 2 миллиона 300 тысяч человек. Это общие потери со стороны гражданских. Общие потери, пишу. В том числе, точнее. В чеченской войне, да? В чеченских войнах обеих или нет? Да, я за обеих говорю. Значит, согласно официальным данным, с октября... 99 года по 2002 общие потери федеральных сил общие. Вот видишь, опять федеральные. Ну, так у меня так показывает у меня, что я могу сделать. Давай дальше поищем. Написано 4500 убитыми и 15 ранеными тысяч. Где ты нашел? Сбрось мне ссылку, которую считаешь, мне тоже интересно. Сейчас я ее закрою, сейчас опять открою. Да, давай. Многие эксперты сходятся на том, что суммарные потери от двух русско-чеченских войн составили от 70 до 90 тысяч людей. Все. Максим, ну ты что-то нашел такое? 2 миллиона, ты что, ты в своем уме? Чечне... Ладно, а потом, ладно, хорошо, а по-твоему, а сколько сейчас погибло тогда в войне? Ну у тебя есть какие-то данные? Нам говорят, и ваш Путин, кстати, это подтверждает, если вот взять, прослушать его внимательно и подсчитать, российских солдат, вместе, ну, то есть раненых и убитыми, около 40 тысяч, 400. Наших данных, я тебе не скажу, я не знаю. А как ты, то есть Путин говорит, а ваш не говорит, это как-то? Наш не говорит. Получается, не... А Путин тоже прямой, он рассказывает, сколько было принято, сколько поехало, сколько отсутствует. Вот это, а мы сели подсчитали, получается, нам тоже говорят здесь, что а ты можешь мне скинуть ссылку? Мы тоже, нам тоже, да, сейчас могу. Нам тоже говорят здесь, что погибло около 400. И американский тоже, разведка тоже об этом говорит. Угу. Можешь, кстати, забить. Разведка США о потерях. Слушай, ну глупо ссылаться, ну точнее, как мне, гражданину России, глупо ссылаться на разведку США, сколько там погибло. А на кого нам ссылаться? На какую разведку? Да я, знаешь, на чью? Честно, ни на какую. На, вот, сейчас это... я тебе в камеру покажу, что пил. Слушай, я 315 тысяч ранеными и убитыми, то есть это не 315 тысяч погибли. Я не сказал погибли, я говорю вместе.
все вместе. Так, ладно, хорошо. Но честно я тебе скажу, что... А, так, подожди секундочку, извини. Это 23-й год. Да, хорошо. Еще год назад это было. Слушай, ну это, честно, уже не так играет важную роль. Ну много, тебя... много, чувак, много погибло. Больше, чем много, в чеченских войнах, много. Афганской... Смотри, больше, чем в афганской и чеченских уверен. Войнах вместе взятых. Слушай, ну... Ну, может быть, я не буду с тобой в этом плане спорить, но погибло, слушай, достаточно много людей погибло, которые... А ради чего? Вопрос к высшим властям. Не ко мне точно. Так вы же властей своих выбираете. Как и вы. Как и мы. Так мы выбираем. У нас есть возможность выбирать их. Ладно, тогда у меня вопрос. А почему, когда мы приехали, ну, то есть наши власти приехали в Стамбул к вашим властям, почему не пришли к мирному договору, который там, ну, не знаю, обоих устраивал? Пришли, а вы не выполнили их. Как не выполнили? Вот так. А, ладно, что у вас там говорят насчет этих договорей стамбульских? Не минские, а стамбульские. Стамбульские, что вы не выполнили их, ничего не говорят. А как? То есть с Киева мы просто так ушли? Вас выгнали из Киева, ты что, издеваешься? А, даже так. Ну, конечно. Ну ладно, Вань. Иван. Ладно, хорошо. Ну, слушай, у нас с тобой разные мнения, как-то либо ругаться, оскорблять друг друга. Я в Зачем? Я же тебя не оскорблял. Да. Я в том числе тебя также не оскорблял. Не хочу, так как у нас с тобой расходятся мнения, ну, продолжать дальнейший диалог, ну, согласись, не имеет смысла. Каждый просто, у каждого будет свое мнение. Зрители нас рассудят. Ну, знаешь, обычно, давай также так возьмем из практики, всегда мы смотрим тех людей, которые нам нравятся. То есть наши подписчики. Ну, ты сейчас оправдываешься, не надо. А в чем я оправдываюсь? Ты я хорошо... говорю о том, что когда смотри, мы смотрим людей. Ты хорошо выглядел, ты не матерился. Я тебе за это благодарен, чтобы было все без криков, без визгов, без мата. Мне будет легче, и Ютубу понравится. Вот именно тебе, правильно же? Ютубу? Вот ты сам. Ютубу я сказал. Ты просто грамотный человек, на самом деле. Ты правильно подбираешь слова. Ты же, вот смотри, я захожу вот на YouTube, вижу человека, вот, не знаю, открываю с ним какой-нибудь, допустим, выпуск, там, не знаю, неважно, интервью это, просто рассказ о чем-то. Если мне не нравится, там, ну, повествователь, не нравится канал, там, как он преподносит информацию, я же не буду его смотреть, правильно? Да. Те люди, которые будут смотреть тебя, в процентах 80-85, люди, которые поддерживают твой канал и твои это, они будут в любом случае на твоей стороне. Ты сейчас оправдываешься, что... Максим. А в чем здесь оправдание? Я тебе говорю, консультация. Ты хочешь себя защитить таким образом? Не надо, все хорошо, Макс. А как мне себя... Подожди, а как мне себя защищать? Максим, не надо себя защищать. Я тебе, смотри, еще раз говорю тебе, я рад, что ты не ругался. Все. Все остальное у нас с тобой не сходится. Поэтому, если у тебя нет ни вопросов, побегу дальше. Давай, счастливо. Пока. Друзья, ну такая вот размова. Не забывайте, что мы сбираем еще на автівку, на ремонт автівки хлопцям Збройних сил України. Нам це дуже треба, щоб вони захищали наше небо. Підписуйтесь на всі мої канали, ставте лайкос, коментуйте і слава Україні!